Шо, бля, опять она что-то хочет, бля. Короче, пиздуй. Ну чё, пацаны? Погнали, нахуй. Попробуем еще раз снять пару красивых кадров. На этот раз пробовать не будем, на этот раз просто возьмем и отснимем, как это выглядит не только со стороны водителя, но и сбоку, сверху, со всех, блядь, ракурсов. Сейчас я попробую еще вот залезать сюда. Мы только что спустились вон оттуда, ехали по кустам, очень веселое занятие. Этот бухач даже не чувствует эти кусты, вообще никак. Да ты не кашляй. Без моего отпечатка этот коптер не взлетит. Ждем спутники. Давай, Василий. Смотри, бля. Это наглёж. Они меня провоцируют. Хочу разогнать. О, 11 спутников споймал. На этот раз нажимаем на запись, ставим, чтобы он ехал за бухачем. Go. И Макс будет просто корректировать, чтобы он в землю не въебался. Как ты его остановил? Он чуть не въебал меня. Я видел, я остановил его. Отмена, да? Нет, я его плавно до этого подмал. И когда он завибрировал, я понял, что рядом расстояние, я дал полный вверх. Он, походу, сам остановился. Поставь его со своей стороны, чтобы ты его видел. Бля, он снимает... Не-не-не. Он снимает со стороны солнца. Он снимает против солнца, надо с той стороны. И чтобы он не был прям близко от меня. То есть имею в виду, чтобы не был далеко прям. Вот так нормально. Все. Дальше не идет. Четко? Четко. Тут кто-нибудь говорит, что до сих пор не снималось. Опять не снимали второй раз. Не, снимаем. Наебали. Подожди, поставь отмена и поставь на меня.